Всем привет, и в этом видео будут самые свежие новости из мира ММА. Менеджер Хабиба сделал заявление в адрес руководства UFC. Дастин Порье заявил, что почти победил Хабиба. Ну и под конец, наконец-то стало известно, где пройдет бой Хабиб-Тони. Обо всем этом я расскажу в этом видео, обязательно смотри до самого конца. Менеджер Хабиба объяснил, почему нужно провести турнир UFC 249. Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдалязиз выступил со словами поддержки в адрес руководства UFC, которое нещадно критикуется американскими СМИ за желание провести свое мероприятие даже в условиях пандемии коронавируса. Цитирую Али Абдалязиза. «Я думаю, что UFC и любая другая организация, имеющая на контракте бойцов, должна найти решение, потому что эти парни не получают зарплату, некоторые из них зарабатывают 10, 12, 15 тысяч долларов за бой и живут от чека к чеку. Так они зарабатывают себе на жизнь, и это продолжается уже 20 лет. Если вы боец и не хотите драться, это нормально, но если UFC и Дана Уайт ставят на кон свою репутацию деньги, потенциально рискуя получить судебный иск за организацию боев, а бойцы хотят драться, я не думаю, что кто-то имеет право указывать им, что делать, а что нет», — заявил менеджер Хабиба Али Абдалязиз. Дастин Порье вспомнил, как он чуть не победил Хабиба Нурмагомедова. Это было близко. В сентябре прошлого года Дастин Порье так и не смог отобрать титул легкого веса у Хабиба Нурмагомедова. Однако, невзирая на свою неудачу, Дастин был близок к тому, чтобы примерить на себе полноценный чемпионский пояс, когда в одном из раундов смог набросить на шею Хабиба плотную гильотину. Цитирую Порье. «Это было близко. Настолько близко, насколько это вообще было возможно. Я бы мог финишировать этим удушением многих парней в UFC, реально многих. В зале я постоянно финиширую партнеров этой гильотиной. Мне следовало закрыть гард. Я должен был контролировать все его тело и бедра. У меня мог бы быть шанс крутить его сильнее, если бы я закрыл гард. Той гильотиной можно финишировать 90% парней, но оставшиеся 10% или даже 5%, куда входит Хабиб, ты не сможешь их заставить постучать таким образом. Сабмишн должен быть идеален, и в этом моя вина», — заявил Дастин Порье. Источники сообщают о проведении турнира UFC 249 в США. Информированные источники, близкие к ситуации, сообщают, что все потенциальные участники турнира UFC 249 получили официальные письма от UFC с вопросом о том, могут ли они приехать в Соединенные Штаты. Таким образом, информация о том, что номерное мероприятие, запланированное на 18 апреля, состоится в США, предположительно в штате Флорида, получила косвенное подтверждение. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о том, что у турнира будет не только полноценный карт, но и самый лучший состав участников за всю историю смешанных единоборств. Напомню, что главным событием турнира станет поединок между Хабибом и Тони Фергюсоном. Ну а это были самые свежие новости на данный момент. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик. Ну а на этом все, всем удачи, всем пока.